Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Всем привет, ребята! С вами я, Коля. И, короче, ребята, знаете что? Мне рассказали, что у бабки может храниться кое-какая, ребята, тайна. Но обо всем по порядку. Мы сегодня к ней идем в гости, ребята. Но я вам все расскажу чуть попозже. Ну а вначале вы сейчас обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если вы любите смотреть мои видео. Да-да, ребята, если вы любите смотреть мои видео, то прямо сейчас обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а теперь, ребята, представляете, мне, короче, сказали, что возможно, у бабки есть кое-какой старый секрет по поводу касаемо каких-то очень древних алмазов. Я, ребята, вообще не понимаю, о чем может быть идти речь, но, ребята, мы сегодня с вами все проверим, потому что узнать секретики бабки, мне кажется, и вам, и мне очень интересно. Вот, ну, короче, это надо сделать так, чтобы бабка ничего не догадалась и не поняла, что я вообще от нее хочу. А для этого у меня есть хитрый план. Я договорился уже с жителями вот о чем. Мы сегодня у бабки будем просить взаймы. Как это будет? Бабка! Баб! Чего? Привет, это я! Пока! Это баб, не ты! А ты где? Меня нету дома, я-то автоответчик с тобой разговариваю. А может, ты в Зельеварке? Да, может быть, может быть. Нет, тебя тут нет, бабка. Меня там нет, да, нет у меня там, нет. А где ты, бабка? Ну, где-то есть, но где-то меня точно нет. Бабка, у меня очень вопрос жизни и смерти. Ой, не-не, тогда бабушки точно нет. Привет, бабка. Блин, нашел. Чего? Короче, мне давай, нужно... Давай, короче, выбираю смерть и нормально. Мне нужно взаймы. Взаймы картошки, так иди возьми. Нет алмазов. В смысле, у меня бабушки нет алмазов? Бабка, не-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 не. Мне нужно 100 алмазов, бабка. Зачем? Через неделю верну 150. Зачем? Бабка, зачем тебе надо знать? 150 верну. 150? Да. Обрёшь ведь. Ты же меня все время обманываешь. Бабка, ну когда я тебя последний раз обманывал? Пиши расписку, что вернешь 150. Ну, бабка, ну ты же знаешь честное слово мое, ну. Вот именно, честное слово знаю, поэтому пиши расписку. Хулиган сказал, хулиган сделал. Хулиган сказал, хулиган пошутил, хулиган не сделал. Вот это твое правило жизни. Ну, бабка, ну пожалуйста, дай взаймы, а ну пожалуйста. Ладно, даю тебе вот так тогда и вот так, все, вали. Так? А что такое алмазная монета, бабка? В смысле? Это такой же алмазная монета. Все, иди отсюда. Хорошо, 150. Ладно. 150. Через неделю мне вернешь? Каюк тебе. Ладно, ладно. Все, ладно, договорились. Каюк, я тебе сказала, сразу говорю. Хорошо, баб, хорошо. Я пошел. Иди, ты еще здесь? Не-не, я уже ушел. Вот вали давай. Так, ребята. На самом деле мы никуда не уйдем, потому что это был лишь обманный маневр. Теперь, о, смотрите, жители бабки звонят, наверное. Да ну кого как? Там опять еще? Кому надо что от меня? И они сейчас будут тоже просить взаймы. Алло. Смотрите. Привет, бабка. О, слышите? Здравствуйте, Петрович. Что надо? Что? Куда? Зачем? Почему? Что ты тут звонишь и меня мешаешь? Ну-ка. Бабка, у меня, короче, беда. Какая беда? Так. У меня крыша протекла, скоро же зима. И что, бабушка при чем? Отлично, бабка, ребята. Положи, пожалуйста, алмазов. Сейчас все узнаете. Я что-то не понял. Я что вам, банк, что ли, или что? Бабка, ну, пожалуйста, мне надо всего лишь 64, а я тебе через неделю верну 128. О, отлично. О, на 2 больше, что ли? А точно вернешь? Ну, бабка, ну, честное слово, честное. Слышите? Честное. Ладно, приходи, так уж быть уговорил. В общем, ребята, отлично, ты позвонил второй. Еще, ребята, есть два жителя. Короче, будем звонить и просить, нет, пока у бабки не кончатся алмазы. А потом, мне кажется, она пойдет в тайник, потому что очень выгодно это. Алло! Все. Слушаем. Чё тебе надо? Тебе чё надо? Ты че, у меня сегодня чё? Бабка, я не поняла, почта, что ли, или чё? Почему вы мне сегодня все звоните? Бабка, у меня, конечно, проблема. Какая проблема? Вы так. Чё, разом? У всех проблемы, что ли, я не поняла. В один день у всех. Бабка, короче, мне тут предлагают 15 тысяч животных, пока не разобрали по скидке 50%. И чё, а бабушка при чём? Ну, бабка, мне не хватает 384 алмаза. О, отлично. Бабка, я тебе 500 верну. О. Когда вернёшь? Так. Ну, мне через 10 дней раньше. Точно вернёшь?
Ну, бабка, честное слово, если не верну, заберешь всю животину. Ну, вот это, кстати, вот это, у Петровича там ничего, крышу, что ли, придется забирать? Нет. Ладно, хорошо, приходи, так уж быть, нам. Отлично, ребята. Чубанк, что ли, я вообще не поняла. 384 плюс 100 плюс 64. Так. Офигеть просто, Машку разорили, бабушки. Пенсии столько нету, сколько они просят. Слышите, ребята. Ужас какой-то. Но сейчас позвонит главный житель, который должен попросить очень много, очень. Алло. Что тебе надо? Я тебе сказала, у меня ничего нету. В какую больницу кто попал? Так. Операция нужна? Какая операция? Зачем операция? Почему операция? Так, ребята, сейчас мы все узнаем. Ага, и чё? Ну-ка. И чё, кто-то там при смерти лежит в поле? Спрятаться, ребята, спрятаться. А, ногу? Ага. Так, и чё? Так. Тоже алмазы нужны, серьезно? А может тебе по шее дать? Матушка, а сколько ей летов? О, 94. Прям как почти как моя, ага. Ладно, сколько тебе надо? Сколько? Так, ребята, 3000! Ты что, совсем обурел? Бабки столько, мне кажется, нет. Ты не вернешь? А когда вернешь? Через месяц? Ну, блин, не знаю. 3000. Ладно, короче, я тебе перезвоню. Да, перезвоню. Если найду, перезвоню. Если не перезвоню, значит, не нашла. Сейчас что-то будет, ребята. Ой, господи, помилуй, да что это такое-то, а? Плюс 4, ну нет, если он 3 возьмет, а 4 вернет, ну это просто плюс там еще. Это просто офигенно. Так, ребята, идем следим. Тихо. Так, нет никого, нет никого. Тихо. Дверь закрыть надо. Так, я там закрыла дверь-то. Тихо. Так. Ребята, чуть меня не поймали. Это ужас-то какой, нет, ну это ужас-то. Так, это тоже дверь закрыть надо. Какую дверь? Кирка. А, вон там бабка. Так, ребята. 3000, сейчас его нафигачу. Тихо. Там где-то бабка, ребята, вон там была. Сейчас подождем, потом проникнем туда же. 900. Ага, 1000. Ну-ка. 1500. Ага, все понятно, ладно. Алло! Все, вечером приходи, я тут набрала, да. По сусекам поскребла, по амбару помела. Все, ну-ка. Да, 3000, да. Тихо. Бабка уходит. И получается на 2000 алмазов. Вот. Так, пойдемте посмотрим. Так, где тут? А, вот это, кажется, дверь. А, ребята, вы это видите? Смотрите. Это совершенно другие какие-то алмазы. Я таких вообще никогда не видывал. Офигеть. А как они переплавляются? Ребята, неужели в обычной печке? Ну, вы такую руду когда-нибудь вообще видели? Так, давайте попробуем. Так, нам нужна древесина. Так, и попробуем переплавить. И это что-то какая-то одна получается. Так. Это главное, чтобы сейчас бабка не пришла очень быстро. Так, отлично. Мы сейчас, ребята, с вами, естественно, попробуем вообще все закидать и переплавить. Так, какие у нас еще? У нас еще 3 штуки, ребята, осталось. 3 штуки. Так, что там? Если получается... Черный алмаз, ребята, смотрите. Это реально черный алмаз. И это какой-то белый алмаз. Розовый алмаз. Офигеть. О, тут какой-то вообще, ребята, невидимый алмаз. Эх, знала бы бабушка, что так разбогатей. Офигеть. Надо было больше из музея этого красть. Слышите? Ребята, это музейные какие-то алмазы. Они очень, получается, редкие. А у бабки просто хранятся. Так, мне кажется, ребята, надо это все уйти и подумаешь, что с этим делать. Я сейчас вообще столько, ребята, не смогу добыть. Так, ребята, ладно, я надо как-то отсюда уходить быстрее и думаешь, что с этим делать дальше, пока меня тут бабка не засекла. Все, ребята, уходим. Пишите в комментариях, что с этим сделать. Может, ей в полицию сдать или просто их похитить и вернуть в музей. В общем, надо думать. Все, ребята, я погнал думать. А вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.